Губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел встречу с главным государственным ветеринарным врачом Министерства сельского хозяйства КНР Ли Цзиньцзяном в Пекине. Стороны обсудили перспективы увеличения экспорта приморской сельскохозяйственной продукции, расширение торговых отношений между территориями, а также развитие сельского хозяйства в Приморье с участием китайских компаний. Green Agro предлагает на экспорт экологически чистое молоко, молочную продукцию, а также грубые корма. Сена из люцерн. И такие проекты уже сейчас работают на территории Приморья вместе с китайскими специалистами. Поэтому предлагаем расширить это направление. И даже возникла идея о том, чтобы увеличить и экспорт, и дать возможности беспрепятственно прохода через пограничный переход, построить короткий молокопровод. Глава региона добавил, что в Приморье есть значительный резерв по мелиоративным системам для выращивания риса. Мы готовы принять инвесторов, обладающих этим опытом, для того, чтобы там задействовать порядка 10 тысяч гектаров растительных систем, наших, которые у нас имеются, и выращивать там до 160 тысяч тонн риса. По словам Ли Цзиньцзяна, Приморский край – один из важнейших регионов сотрудничества Китая с Россией. Так, предприятия провинции Хэйлунцзян еще в 90-х годах прошлого столетия начали выращивать овощи и зерновые культуры в дальневосточном регионе. В завершении встречи губернатор Олег Кожемяка пригласил делегацию Китая принять участие в 8-м Восточном экономическом форуме в сентябре. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на 8-м.